Привет автолюбителям! Вы на канале ПрогАвто. Сегодня мы поговорим о плановом техническом обслуживании. Для того, чтобы ваш автомобиль был исправным и работоспособным, ему необходимо проходить плановое техническое обслуживание, которое включает в себя регламентированный комплекс работ. Для начала, когда необходимо проходить техническое обслуживание? Периодичность технического обслуживания автомобиля для каждого рынка устанавливается отдельно, в зависимости от условий эксплуатации. Производитель установил гибкие и фиксированные интервалы технического обслуживания. В странах с низким уровнем запыленности окружающей среды он предполагает 2 года, либо 30 тысяч километров пробега с дня покупки автомобиля, либо последнего технического обслуживания. Украина относится к странам с высоким уровнем запыленности окружающей среды. Интервал 1 год, либо 15 тысяч километров. Первое, с чего начинается ТО, с визуального осмотра автомобиля. Мы осматриваем кузов автомобиля, лобовое стекло, щетки дворников на наличие повреждений, либо износа. Делаем визуальный осмотр колеса на наличие повреждений, прокола или стертости протектора. После этого делаем визуальный осмотр подкапотного пространства на наличие подтеканий. Проверяем состояние масла перед тем, как делать технический осмотр. В первую очередь, когда машина уже поднята, я проверяю состояние рулевых наконечников, тяг и шаровых опор. Также проверяю подшипник на гул или люфт. Смотрю состояние колодок и тормозных дисков. После этого я проверяю амортизатор и пружину. Осматриваем ходовую автомобиля. Проверяем сайлентблоки на наличие разрывов. Проверяем втулки стабилизатора и стоечки стабилизатора на люфты и на стуки. Осматриваем выхлопную систему автомобиля. После диагностики ходовой остается только заменить масло и масляный фильтр. Для того, чтобы вы понимали, какие работы вас ожидают при следующем техническом обслуживании, а также спрогнозировали свои затраты и спланировали свой день, мы подготовили карты технического обслуживания, ссылку на которую вы найдете под этим видео. Не забывайте проходить плановое техническое обслуживание, и ваш автомобиль прослужит вам долго. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.